играем, как бы очень много эмоций переживаем. На соревнованиях даже очень волнительно это играть. Человек, который никогда в руках дуратики не держал, он не знает, как это все делается. Он не умеет целиться, он не умеет считать. Он тоже, если его взять сразу и поставить на большой зал на чемпионат мира, он не сможет. Он будет очень сильно волноваться, и он ничего не сможет сделать. Во время игры это можно отвлечься на какую-нибудь мелочь, и у тебя уже дротики могут полететь совсем в другую сторону. Это тоже нужно сосредотачиваться на игре. Это какие-то неприемы специальные, это во время игры, во время опыта? Ну, я это выработала опытом, потому что я как бы ничего не знаю таких. Думаю, вот то, что самое такое заметное, это развивается счет. То есть даже я пришла в дартс, если сравнить, как я раньше считала и сейчас, это хоть я и сейчас не очень так, но все равно лучше. Когда мы играем с другом или же смотрим, как наши же играют, мы все равно их поддерживаем. Даже несмотря на то, что мы сможем встретиться с ними в финале, мы все равно друг друга поддерживаем.